Традиционный пробег ночных волков по Химкам ознаменовал закрытие мотосезона. Старт колонны состоялся на площади у стадиона «Арена Химки». Итоги минувшего сезона подвел президент долгопрудненского отделения мотоклуба «Ночные волки» Вячеслав Калязин. По словам байкера, с Химками их связывает давняя дружба соседских городов. Пандемия, она внесла свои коррективы, но, тем не менее, удалось нам проехать не 1000 километров и даже не 10. Проще, чем 2020 год. 2021 попроще был, конечно. Вот, погода порадовала, было тепло. По мнению байкеров, межсезонье дает возможность построить планы и подготовиться к следующему году. Также любитель двухколесного транспорта поделился планами и сообщил, что в августе 2022 года мотоклуб будет в Крыму. «Ночные волки» появились в конце 80-х, завоевав мировое признание как самый крупный, мощный и независимый российский клуб.